Что за идиоты сюда мусор кидают? Он видел мой видос, поздоровайся. Всем привет, друзья! Это очередной влог, так как вы сказали, вам понравилось. Сейчас я сижу, составляю программу тренировок на бицепс, на турнике и брусьях. Посмотрим, что получится. Должна быть крутая 5-минутная тренировка, убойно, адское пекло. Как всегда, посмотрим, что выйдет. Погнали! Что у нас по погоде? Сегодня 11 градусов, довольно ветрено на улице, небо чистое вроде, поэтому идем бомбить. Сегодня я планирую покачать спину и бицепсы, но бицепсы, ой, точнее наоборот, спину я буду качать после того, как сделаю 5-минутную тренировку на бицепсы, чтоб потом типа уставшим таким, чтоб уже руки отказали, и тогда лучше будет нагрузка идти на широчайшие мышцы. Ребят, хотите прикол? Короче, смотрите, идет город. Это все город. И сразу же в городе. Вот что! Что за идиоты сюда мусор кидают? Просто горами, как будто это помойка. Офигеть можно. Ну а тут у нас какой-то канализационный сток, я не знаю, болотина, короче, какая-то вонючая. Ну, типа красивая болотина, не знаю, как это сказать. Так, друзья, на турниках, брусьях, как видели, куча народу было, поэтому... Не смог снимать там влог, но сейчас продолжаем. Я уже сделал 5-минутку, было жестко, так как она уже на канале, вы видели, что это дичь полнейшая. Сейчас человека встретил, он видел мой видос, поздоровайся. Привет. Вот, и короче, сейчас он попробует сделать такую же тренировку. У меня очень сложно получалось, я надеюсь, у вас будет получше. Будем надеяться, верю в вас. Короче, и он сейчас попробует. Посмотрим, что будет. Погнали. Так, ну что, иду сначала подтягивания на турнике с средним обратным хватом, потом сразу же идут подтягивания на брусьях. Увидите, как это делается. Готов? Раз, два, три. 40 секунд. Можешь помедленнее делать, как тебе удобно. Десять секунд. Двадцать секунд. Тридцать секунд. Еще 10 осталось. Три, два, один, ноль. И сразу же идем на следующее упражнение. Делается вот так подтягивание на брусьях. В нашем исполнении. Готов? Погнали, давай. 40 секунд тоже. 40. Обратите внимание, ноги нужно подальше немножко ставить, тогда будет идти нагрузка гораздо сильнее на бицепсы, в отличие от того, если вы будете близко их ставить. Тогда у вас не знаю, что будет качаться, и нагрузки не будет. 30 секунд. 10 секунд. А, нет, стоп. Тупанул, сейчас. Я что-то тупанул. Так, 20 секунд отдых теперь. Теперь отдыхаем немножечко. И следующее упражнение – это подтягивание на турнике обратным узким хватом. То есть так же, только обратным узким. Сразу же переходим на турничок. Тяжко, да? Уже забились? Уже забились. Попробуйте, ребятки, эти упражнения. Они мощные. Если у вас разовьется силовая выносливость, то вы будете их легко делать. Мы дрыщи просто поэтому. Так, ну что, готов? Давай попробуем на максимум, сколько сделаешь. Давай, узким хватом. Погнали. Раз, два, три. Пиши потихоньку. Можно отдыхать немножко.
когда вы делаете упражнения очень интенсивно, много упражнений мышцы быстро закисляются. Когда вы отдыхаете 20 секунд, закисление не успевает пройти, и мышцы постоянно идут в напряжение. Работают в напряжении. Поэтому такие вот дела. 10 секунд осталось. А, все. Я что-то туплю. Я думаю, до 50, а тут 40. Так, и следующее сразу же статическое удержание веса на турнике, то есть как я делал. Так, значит, немножечко отдых совсем. Тоже 40? Да, 40 секунд. Но ты попробуй на максимум просто сделать, сколько сможешь. Потому что у меня уже руки сами опускались. Ну, ты неплохо идешь, нормально. Вполне. Но третий круг – это жесть будет. Третий круг – это три подряд. Это жопа. Че, давай попробуй. Погнали. 40 секунд статического удержания. То есть вы висите, держите свой вес. Статическое удержание тоже помогает накачать бицепсы. Потому что мышцы идут в напряжение, и все четко будет. Так, 25 секунд. Но это хороший результат, ребят. Вы попробуйте это сделать. Тоже не сможете больше. Так, следующее упражнение 3 идут. Подтягивание на брусьях параллельным хватом, я его назвал так. Сейчас увидите, как это делается. Потом подтягивание на турнике обратным средним хватом. И последнее упражнение – подтягивание на брусьях, как мы уже делали. Тут идут 3 упражнения. Конечно же, он их все не сделает так быстро и интенсивно. Но с отдыхом маленьким можно сделать, конечно. Так, сейчас отдых 20 секунд. Уже прошли, я думаю. Помнишь, да, как делать параллельно эти подтягивания? Так. То есть у тебя хват вот такой идет. Вот так держишься. Я не знаю, с твоим... Хотя мы роста одинаково. Ну да. Хотя я думаю, ты повыше меня немножко. Да. Ну что, готов? Сколько? Сейчас попробуем. Тут ты, конечно, много не сделаешь, потому что, блин, это сложно. Да, бицепсы забиваются просто, ребят, максимально. Готов? Давай на максимум попробуй сделай. Хоть не 40, хотя бы 20 секунд продержись. Давай. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Тут на полную не получается, ребят, выгибать ноги. Разгибать, точнее, наоборот. Все, 11 секунд. Ну а что делать? Такие упражнения мощные. Значит, приходится отдыхать побольше просто времени и делать поменьше упражнений. Ну а что делать? Такова жизнь. Так, теперь подтягивания на турнике обратным средним хватом идут опять. Делаем это. Давай без... Да давай хотя бы раз 5 сделай. Без перерыва попробуем сделать. Хотя бы раз 5 запилить. Я не знаю, сейчас сам попробую потянуться, потому что... Ну, у тебя уже чуть восстановились. Как ты говорил, выход силы вот так сделать? Да, да, мне показалось, приколи, ты так сделал. Это невозможно. Знаю. Мне один приключился, серьезно. Это бред. Ладно, давай, погнали. Что делать, скажи еще раз. Обратным средним хватом, как я сейчас делаю. Ва. Че, готов? Поехали. Тоже 40 секунд, и потом последнее упражнение 20. Можно делать медленно, конечно. Не, ладно. 35 секунд, ну неплохо, вполне. И подтягивания на брусьях остались. Давай, это без перерыва, это легкое упражнение. Оно просто добивает. Вот здесь. Это довольно просто. То же самое, что тогда, да? Да, это из этого сета самое легкое упражнение. Потому что оно просто пампит мышцы. Но под конец это очень сложно. Мышцы забиваются очень сильно. Давай, пока. Тело не подкидывается. Ну все, хорош.
Молодец. Ну как ощущения? Вставляет? Все из-за того, что я беру в последнее время редко, что делаю, сложнее гораздо. Ну вот, ребятки, попробуйте это упражнение. Надеюсь, вам понравится, потому что бицепсы просто становятся каменными. Скажи, просто вообще убиваются в хламину. Вот. Попробуйте. Вот, короче, убили бицепсы. Теперь покачаем нашу спину, потому что, как я и сказал, когда бицепсы убиваешь, они выключаются уже из работы. А так как когда мы подтягиваемся на турнике, в любом случае включается и спина, если прямым хватом, да, и бицепс 100% тоже включается. Если мы бицепс убили, то он меньше будет в работу включаться, и мы будем стараться работать именно широчайшими мышцами. На одной могу, но еще не сейчас. Не сейчас, это точно. В смысле, каким хватом? Таким? Вот таким. Три раза. Три раза, нифига ты молодец. Вот, короче, начинаем спину качать. Я думаю, где-то 4-3 подходика сделаем. Я думаю, 4 сделаем. Попробуем по 6-12 повторений, потому что руки уже забились, поэтому работать будут только широчайшие мышцы. Ой, как высоко. Ты чувствуешь, короче, когда ты можешь сделать где-то 30 подтягиваний чистых, но когда бицепсы убил, то можешь сделать только 8. В этом ты весь прикол, потому что работает только широчайшая, а бицепсы убиваются и вообще не включаются в работу. Сколько сделал? Красавчик. Молодец. Второй подход. Короче, очередная рубрика мозоли. Покажи мозоли. У меня в каждом выпуске, короче, идут мозоли. У меня поменьше, потому что я в перчатках делаю. У него капец, он без перчаток работает, поэтому мозоли огромные. Если у вас такие же, ставьте лайк. Второй подходик, опять же. Ох, сколько получилось? 6. 6? Да. Мне показалось больше, блин. Я когда уже из последних сил идет, то у меня хруст начинается в плече такой непонятный. Когда травма была, я наверное, 3 или 4 раза плечо срывал, и поэтому теперь что-то похрустывает там. Это нехорошо. Итак, это еще один подход, еще будет один, четвертый. Будете убить бицепсы, а потом уже подтянуться на спину. 7. Нормально. Руки фиолетовые все просто. Я обычно в перчатках подтягиваюсь, а тут просто без перчаток. Последний подход, четвертый. Сколько получилось? 5, я не знаю, 6 я не сделал. Ну, нормально сойдет. Так, закончили тренировку, короче, едем домой. Будем кушать, очень много кушать после тренировки надо. А потом в баньку пойду, меня позвали. Вот. Хотя вечер, но, блин, все равно можно в баньку сходить, так сказать. Ладно, друзья,
я не знаю, буду снимать из баньки, вряд ли. Так что всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока!